Весна идет, и мы идем рядом с физическим факультетом. Как вы видите, парковки для велосипедов тут везде, по всему городу. Их, конечно, очень часто воруют, но если иметь хороший замочек, то все будет хорошо и безопасно. А здесь, видите, уже дерево вовсю зацвело белое. Так, сейчас красный свет. О, можно переходить. А здесь кладбище. Но так как оно в самом центре Оксфорда, его переделали в парк. Видите, как тут скамеечки поставили. И люди сидят, кушают. В общем, очень практичный подход здесь у европейцев. Вот деревья уже вовсю цветут. И там, видите, внизу все тоже усыпано крокусами. Такая вот красота. Хоть и на кладбище. Тут вот нарциссы уже. Сейчас попробуем подойти к еще парочке деревьев замечательных. Вот здесь церквушка. Кстати, действующая. А вот, собственно, вход на кладбище-парк. Вот цветущие деревья. Какая тут картина. Весна. Это такое место, стрелка, где соединяются Woodstock Road и Banbury Road и переходят в St. Giles Road. Вот на самой-самой стрелке находится памятник. Погибшим бойцам Англии. Везде цветы, нарциссы и какие-то голубые, немножко похожие на незабудки. Завтра 8 марта, так что поздравляем всех наших замечательных девушек и женщин. Похоже на черешню, но я не уверен.
мы перешли на Банбари Роуд. У нас, к сожалению, красный свет. До встречи!